У нас сегодня праздник. У нас сегодня 100 подписчиков. Такая сладкая новость. Вообще... Когда увидел эту круглую цифру, мои глаза стали такими же круглыми. Если собрать всех наших подписчиков у меня в квартире, то они не поместятся. Не это ли показатель Газово. Успеха? 100 человек. Это еще один, и это далматинцы. Вас всех поперережу на шубу. Сделаем из вас шубу. Вот ты уже почти в тонику попала. Я не открыла рта даже. Ты попала. Я рот открыла, но не пела. Кими, хочешь скажу что-нибудь? Кими! Кими, Кими. Кими, Кими, Морти. Какая она ласковая. Видимо, что-то от Кими. Что-то от Кими понадобилось. Уши. Да, так не скажу. А? Я не скажу. И никто не скажет. Ведь ты сломала мой MP3-плеер. Я его не трогала. Врешь. Трогала и взяла его из моего ящика в моей спальне. Тогда, может, ты помоешь свою посуду? Ну, она по аргументам разложила. Блин, на самом деле посмотрели, она на крючке. Мы посмотрели уже 18 серий, и все это время Клио... Ким мыла посуду за Клио. Сестры. А я, кстати, тоже мыл посуду. У нас мы из большой семьи. Ну, мы, в смысле, мы. Это мы и Сашка. Мы из большой семьи. Очень смешно звучит. И когда мама на всех приготовит, это всегда как будто свадьба. Умерла, и там же похоронили ее. Короче, два праздника в одном. И жрачки было так много, что, короче, я посуду мыл где-то по 2 часа. Каждую сковородку. А ты посмотри, там Ким, Клио, отец, мать... И плюс 4 еще человека, но это не так много. На час работы всего лишь. Бедная да. Ким. Я хорошо тебе заплатила за нее. Заплатила? Ты об этой мелочи? Ты жадная. Рабовладелица, заставляешь меня работать, пока развлекаешься с тупыми друзьями. Тупые не они, а ты. Неужели? В таком случае мой посуду сама. Забастовка. Только посмей. Вот и посмею. Пока. Клио, выйди, пожалуйста. Я занята. Ким сказала, что ты ей угрожала. Она врет. А когда я решила обсудить все по-взрослому... Такая грудь красивая. Как ты на... Видел? Нет, я смотрел на хребет, он отвратительный. Вот этот вот жопа торчит, какая-то хрень. Меня это очень сильно отпугнуло. Грудь в априори хороша в любом... Не, ну она просто сейчас на полу лежала и было прикольно. Я смотрел на хребет, на задницу, это ужасно. Она убежала! Вот и нет! Ну ладно, все, сиськи хорошие, ну посмотри на хребет. Вижу. Зачем? Посуду-то вроде не мыла. Привет. Сделай одолжение, никогда со мной не разговаривай. Больше не буду. Привет. Подождите минуточку. Надо кое-что доделать. Вода из крана. Она хлынула на меня. Она же не из крана, она прям из канализации, прям в нее, вот знаешь, там, ошметки, там же, кстати, канализация, если вы не знали, соединена одна на всех. На ну, всех что? В ну, в смысле, все трубы ведут в одну и ту же канализацию, и поэтому чисто теоретически, а там вместе с волосами с и ошметкой. Да, какая же... Какашки! Тот контент, к которому мы стремимся. Хорошо, пошли. У меня тёлка как у Льюиса, посмотрите. Зачем ты применяешь свои способности без повода? У меня был повод. Вы же знаете мою сестру. Ах, ладно, вы не поймете. У вас же нет младших сестер. Ну, у меня младший брат. Иногда он выводит меня из себя. Как в прошлый раз. Тогда он забыл, что была его очередь накрывать на стол. Именно. Но мы сели за стол и обсудили все открыто и искренне. И помогло?
Боже, как меня раздражает семья Эммы. Мы, у нас круглый стол, мы все обсуждаем. Так и хочется. Вот мы они сидят вокруг стола, и каждого вот так вот в тарелку. Почему мы так... все осознанные. Ты не думала, почему мы так не любим вот это все правильное? У нас какая-то травма. Думаю, с Ким договориться невозможно. И ты решила облить ее водой из крана. Слушайте, я не знаю, из-за чего вы поругались на этот раз. Она сломала мой MP3-плеер. Она врет. Я не вру. А еще она воровка. Тебе больше нечего делать, кроме как лазить по моим ящикам. А тебе больше делать нечего, кроме как клеветать на меня. Хватит. Я хочу, чтобы при Анжеле вывели себя прилично. Анжела? Анжела. Массажистка, которая вызвала ее маму. А почему мама одета как будто на собеседование? Они так нормально в рубашке сидят, едят. Мне нравятся ее волосы вот так вот, типа оп. Двоюродная сестра. У нее в семье сейчас не все в порядке. Так что было бы неплохо, если бы вы ее поддержали, пока она будет у нас. Ванапа. Разводится она со своим мужем. Анжела? Да. Пришла. Ее муж выгнал. Она подросток, скорее всего, Саш. Какой муж? Может быть, у нее родители, ну, с родителями не все в порядке. Ее сослали вот к дяде или к тете, я не знаю. Спорим, это муж. Выгнал ее. Да. За то, что она нагуляла. Шалава. Помните, да, все с теории Саши? Отец Мириам алкоголик. Все они сбылись, да. Не сбылись. У нее не только отец, но еще и мать. Ты смотрела вообще, в кого эти люди сейчас превратились? Все стали поголовно наркоманами. Посмотри, кем стали актеры. Хорошо. Я-то смотрю не на роль, а кто играет. О, кстати, вы видели, как Льюис повзрослел и каким он вообще стал сосным мальчиком? Даже не мальчиком, мужчинкой. Можно мне повесить замок на дверь? Можно мне новую сестру? Дочки! Если Клео не будет досаждать мне. Вот, готово. Привет. Ух ты, какие вы симпатичные. Хотя, я не удивлена. Можешь жить, она. Она выглядит как кандидаты в русалки. Она какая-то подлиза. Да, вот такая вот. Мне не нравится Анжела. Кому она, интересно, будет подлизывать? Давайте следующую серию смотреть. Блин, реально, две мерзкие. Ким и Анжела. Пляж так близко. Займемся серфингом. Простите. Но вы тоже это услышали. Еще. Пошли. Хорошо, что в доме появилась моя ровесница. Клео зануда? Я обожаю, во всех американских фильмах женщины таскают тяжеленные сумки походные за собой. Реально, отец не помог, ничего. Я просто не понимаю, ну там реально этого нет, что тебе помогают? Везде они таскают за собой, там по 20 килограмм. Она какая-то надутая. Не поможешь мне? Конечно. Хочешь, расскажу тебе о моей забастовке? Если Ким даже это подняла, ладно. Спасибо, что приедете. Да не пустые. В комнате Ким много солнца, я не могу там спать. Ничего. А Ким еще такой ребенок. Ничего, что я вслух? Ким большой ребенок. Тебе, наверное, тяжело с ней. Мне она нравится. Она будет подлизывать сразу. Она разрушит все их отношения, которых и так почти нет. В чем твоя теория? У меня нет теории. У меня... Это вторая волна включилась. Поможешь мне? Конечно. А хочешь, расскажу тебе про ее забастовку? Короче, сейчас что-то будет. Я привезла пару DVD с клипами, может, посмотрим? О, классно, мне нужно посмотреть эту программу. Я пишу реферат, он почти закончен. Смотрит на пант, который перекатывается полчаса. Как интересно содержание этого. Название реферата.
Панда перекатилась трижды и села на пол. Рефераты никогда так не начинаются. А рефераты начинаются со слов типа специфика анализа... Ой, что-нибудь такое умное. Я забыла, я уже 300 лет не писала рефераты. Никогда. Да, здрасте, у меня высшее образование. Ты беженка из Армении. У меня высшее образование. Ты необразованная. Ты учила... Я лингвист-переводчик. Ты учила... Бакалавр. Вся правда в том, что она учила английский, это правда. Она преподаватель английского языка. Но для чего она его учила? Для того, чтобы сбежать в Германию, а оттуда сбежать уже в Соединенные Штаты. Может, надо было учить немецкий тогда? Ну, ты глупенькая. Но попасть она смогла только в Россию, где ее подобрал я и дал ей все, кров и хлеб. Сейчас ушатает ее книгой. Я остановил, чтобы мы поржали, а вы посмотрели на это, на эту штуку. И пошла Кимра, Клио рассказывает, такая... Упала. Я сделала все, как ты просила. Её она больше... не бастует. Ними обеими. Что мне с ними делать? У тебя весь Золотой берег. Придумай что-нибудь. Пап! Анжела наш гость. Я знаю, почему назвали Золотой берег. Что такое Золотой берег? Ну смотри, это когда пляж зона, вот это Золотой берег называется. Потому что когда на пляже все сюда заходят, и все ссут. А как мы знаем, Золотой дождь, соответственно, Золотой берег – это та вода, которая примывает на песок берега. И его называют из-за этого Золотым берегом. Я каждый раз думаю, есть предел твоим теориям или нет. Ну. Я хочу свой конспирологический канал. Днями смотреть телевизор. Покажи ей окрестности. И нет, Ким нельзя оставить дома. Ты старшая, прояви ответственность. Где моя книга? Какая? Ты знаешь, какая. Она лежала в гостиной, а теперь ее нет. Зачем мне твоя книга? Что мы вам говорили о ссорах в присутствии Анжелы? Если ты взяла ее книгу, отдай. И отправляйтесь гулять. Под твою ответственность. Все хорошо? Лучше не бывает. Блин, в гости. Она расселась, включила свои DVD-диски. Блин, она весь дом вот этот ор. Я посплю тут, там мне солнце мешает. Тебе сейчас вообще на полу постелят. Ты завидуешь, да? Нет, я просто не могу быть такой же наглой. Но хочешь. Да. Я ищу у тебя весь Золотой берег, а ты притащила их на работу? Ну, Анжела хотела заняться серфингом, а здесь самое безопасное место. Кстати, спасибо, что пришел. Да, но я ненадолго. Я обещал Уилфреду помочь с компьютером. Можно прокатиться на водных горках? Ты же их ненавидишь. Анжела хочет прокатиться. Там полно воды. Ну и? У тебя же на нее нет аллергии? Ничего, Ким. Она просто испугалась. Ладно. Если хотите... А чё у неё такие синяки под глазами? Смотрите, мешки огромные. Туда можно посадить огромное количество разных предметов. Не такие уж большие. Очень большие, Рубик. У меня смотри, такие какие же. Ну, у тебя вот тоже очень большие. Пожалуйста, Льюис. Ура! О, бедный Льюис. Мне кажется, они все сплотятся, и эту Анжелику вот так кукнут, и все. И все будут дружные, потому что будут хранить секрет этого убийства. Ну, она да, все, кстати, всех сплотит всех. Пришла, блин, развлекается. Мне кажется, знаете, у нее вообще никаких проблем дома нет. Она просто решила повисеть на чьей-то шее. Она позвонила этому своему дяде и такая, родители разводятся, а на самом деле у них все в порядке. У меня дома такая токсичная атмосфера, я хочу погостить у вас. Один раз еще ничего, но 10 раз это уже для меня слишком! Я люблю воду.
Я ухожу. Льюис, стой! Слушайте, я за вас отвечаю, так что больше кататься вам нельзя, только в сопровождении Льюиса. Мы не дети. Только с Льюисом. Тогда почему он ушел? Можно нам заняться серфингом? Простите, каждый раз. Рано или поздно они займутся серфингом. Только с Льюисом. Нет. У нее своя причина отказа. Смотрите, мой босс Мич. С ним очень интересно. А здесь мы держим раненых морских птиц. О, какие милые. А кто их ранил? Вы их продаете? Желающим. Я. О, круто держать дома пеликана. Я бы назвала его мистер Пеликан. Это дикие животные, Ким. Как только они поправляются, мы отпускаем их на волю. Прости. Как они тебе, Анжела? Анжела? Анжела! Пошла заниматься серфингом. Анжела! Какой отстой! Вы, кстати, заметили, что все нормально одеваются, кроме Рики, Клио и Эммы. Ну, Рики еще нормально одевается. Ну, какие-то странные цветочки. Я не могу, я смотрю на это. Ну, так раньше одевались. Реально? Все, да. Ну, это очень как-то вот прям, ну, слишком. И уведомления. Монстр Бустер, ты, наверное, знаешь, что можно удалять комментарии, но Апуши ты у нас не удалишь. Нам приятно, спасибо тебе большое. Там пришло уведомление. Прямо сейчас, да. Спасибо. Они не взяли ее номер мобильника. Знаешь, я еще что подумал? Че? Что Клио может мыть посуду. Она может сделать своей силой стиральную машину для посуды. Ну, это, наверное, не очень круто. И, точнее, это очень палевно, когда ты моешь посуду дома. Ну, представь себе, что ты в раковину все так... И все, ну, не обязательно же, сделаешь ну, реально, это незаметно. Кстати, да, прикол. Ну, я хочу целую серию этому посвященную, как она изобретала способ мыть посуду. На, подержи его. Я отцом почувствовал внезапно. Нам уже 300 раз показали эту боль. У меня уже голова кружится. Поверить не могу, что она сбежала, Ким. Ким? Ким? Ты здесь? Кими, да я же тебя обыскалась. Я устала бегать за тобой. Я позвонила в полицию. Оставила сообщение родителям. Они с ума сойдут. Они не смогут мне доверять. Анжела здесь? Нет, но могло быть хуже. Куда хуже? Позвоню родителям и скажу, что все в порядке. Пофиг на Анжелу. Типа, Кими, главное, что ты здесь. Мне нет никаких комментариев. Я хочу, чтобы Анжела сгинула. Она сразу показала себя как плохого человека. Она пеликана с собой украла. Фига себе. Ты хоть знаешь, какие у тебя неприятности? Это просто панда. Я не об этом. Ты знаешь, о чем я? Не знаю. Знаешь? Не знаю. Знаешь? Что это?
ты знаешь. Ты опять угрожаешь мне, Клео. Мне это не нравится. Ты наделала много глупых вещей в своей жизни, Ким. Но это самое худшее, самое глупое. Скажи, о чем ты? Ким реально вот это вот выражение. Она похожа на бобра. Чистокровного. Очень похожие, очень похожие зубы. Ну, скажи мне. На камеру, на камеру. Ой, фу, ты какая с Гарри Поттера. Этот кто? Чувак. Мистер, сейчас вспомни. Сейчас на П. Пуффендуй. Да ты смеешься, что ли? Пуффендуй. Мистер Питер. Питер. Паркер. Мой герой. Питер Паркер. Привет, Питер. Как она пеликан это украла хоть? Ничего. Тихо. Хороший пеликан. Что происходит? Как будто ты не знаешь. Не о чем волноваться. Не брызгай! Пусти меня! Уходи! Ты и так уже много натворила! Ты странная, Клео. На что уставился? У них еще что, волосы автоматически распускаются, когда они превращаются в русалок. И все они становятся немножечко влажными. И немножечко красивыми. Да. Ты они... заметил? Это Клео. Клео, привет. А нормально, что Льюис тусуется с ними просто так? Почему нет? Они же друзья. Подозрительно. Что? Ну реально, прям совсем уж тогда. Ну они все втроем дружат, четвером. Если он общается с Клео, он точно так же. Ее прям Рики позвала, да, Льюис, решить проблемы, да? То есть с Рики они прям дружат. С Эммой, ладно, там у них что-то было в прошлом. Но, ну, это, короче, странно, да ладно. Это общая тусовка, Саш. Я понимаю, что это показали нам, потому что они все время вместе таскаются. Но если абстрагироваться от того, что они это друзья... Это общая тусовка, они сидят в кафешке, они, возможно, даже не вместе туда пришли. Просто там сидел Льюис, пришли девочки, и такие, о, Льюис, ты тоже тут. Давай-ка мы до тебя докопаемся. Как и... будто ты там вместе с ними сидела. Ну, ладно, я верю тебе. У меня просто есть друзья. У тебя что? Что такое? Уже идем. Надо увидеть это своими глазами. Какая Рики красивая. Что ты будешь с ним делать? Нужно вернуть его обратно в аквапарк. Что, если он ранен? Клео, у тебя могут быть очень большие неприятности из-за него. Эй, его украла Ким, а не я. Я тут вообще ни при чем. А в тюрьму за такие вещи сажают? А где Ким? За пеликана. Я сказала запереться в комнате для ее же безопасности. Из-за пеликана? Из-за меня. Алло. Да, я жду дома, на случай, если Анжела вернется. Да, хорошо, спасибо. Это полиция. Они так и не нашли Анжелу. Но зато они ищут пеликана. Жесть, она такую заварушку устроила, это Анжела. Ну, если вдуматься. Ну, она поймала этого пеликана. В очень плохом состоянии. Занесла его, занесла пеликана в дом, сама опять сбежала. Как она вообще, маленькая девка, как она могла поймать пеликана? У него же огромные крылья, он брыкается. А сколько ей? Ей лет 14-15? Ну, она маленькая. Ну, ей лет 14. Она не сильный мужик, который... Ты бы справился с пеликаном? Я обосрался бы прям при этом, ну... пеликане. Он как только сделал, вот так... Это шищать, яда, ты чё? Ну, а эта девочка... Она его взяла, всю дорогу тащила как-то незаметно. Я себе это так представляю. Она взяла, вот так вырубила пеликана и отнесла его, потому что по-другому с ним никак. Ты представляешь, ты, у нас русский аналог пеликана, гуся, который вот так вот идет. Блин, я боялся, это вообще просто какие-то сатанинские гончие эти гуси. Белая колесница, я не знаю, это какой-то ужас. Не, гуси реально стрёмные, они опасные. Они реально атакуют тебя вот так вот просто, а ты пеликан. Ну вот поймай гуся и отвези его через весь гусь город. Самое опасное животное, ты его вот так поймаешь, он развернется вот так и выклюет тебе глаз сразу же. Так я себе представляю силу гуся. Почему нету сила гуся? Почему нет супергероя гуся? Человек-гусь. Чем это? Как мы понесем птицу? А как насчет духовки? Этого?
Не поверите, но пеликан – самое малое из моих проблем. Знаешь что? Мы поможем тебе с пеликаном, а потом найдем Анжелу. Правда? Да. Давайте вернем его в аквапарк. Надо покормить его рыбой. Вы не закрыли дверь? Похоже. Или эта птица умнее, чем мы думали. На поиски. Так все, или пеликан улетел, зачем его искать? Он на первом этаже сидит и смотрит панду. Где он? Капец. Вон он. Он в спальне. На чердаке смотрели? Вы его видели? Где он? Пеликан. Пеликан. Здесь его нет. Помогите. Чувствуете запах? Это я сделал. О, перо. О, перо, здесь пеликан. Клеон! Он что, насрал? Пеликан? Да. Ну, да, наверное. Льюис вступил, он же не в перо вступил, да? Да, он вступил это какашка. Какашка! Лучшая шутка за сегодня. Я наступил на какашку. Кажется, он голоден. Да? Он прикинь, сейчас он клювом аквариум, и рыбки все. Клево такая, нет! Планктон, Платон. Да-да-да, и он каждую поднял. Помнишь, как в поисках Немо? Да! Блин, мне кажется, блин, Клео бы была бы морально уничтожена. Если бы пеликан убил всех ее. Она же с ними разговаривает, она же, ну, кокнутая немножко. Ты точно хочешь пойти одна? Точно. А что, не может если выбраться? Если что, пусть остается Ким, а не мне. Это пеликан? Я тебя не слышу. Поверьте, не могу, что ты его украла. Я не крала. Да ну, я здесь больше никого не вижу, Ким. Но я... Врешь. Как ты докажешь, что это не ты украла эту птицу? Ребята, найдите Анжелу. Точно? Еще как. Ладно, и где нам ее искать? Она говорила о серфинге. Да, Ким? Они хоть знают, как она выглядит? Ну, Льюис-то точно знает. Ну, Льюис знает, да, ладно, хорошо, хорошо. Он такой, с нотками мрази, вот ищите примерно, вы ее за версту почувствуете. Ой, вот-вот, типа... почувствуйте, вот-вот-вот, от нее еще пахнет. Он же тяжелый. Да просто выпусти его и все. Он нельзя, он болен. Это так беспалевно. Клео, что ты здесь делаешь? Просто смотрю на птичек. Они такие милые. Что в коробке? Ничего. Просто пеликан. Ты украла пеликана? Нет, я вернула его. У тебя неприятности, это запрещено. Нет, слушайте, это ведь не я его похитила. Но... Почему бы не сказать, что я нашла этого пеликана и принесла его сюда? Ну ведь они могут легко посчитать и понять, что это тот самый, который был там. Ой, да прекрати, они все под открытым небом. Улетел один, прилетел другой. Что-то мне не верится в это. Но я... Я разочарован. Как ты можешь доказать то, что ты не украла его? Никак. Блин, а зачем ей его переносить обратно, если она его украла? Тоже какой-то мужик, да, тупой? И сейчас она такая поняла, раз я не смогла доказать, что это не я украла пеликана, значит и Ким его не воровала, а соответственно... Ну тогда и эта маленькая Анжела мразь тоже никак не сможет себя обеспечить алиби. И получается, его никто не воровал. И она сейчас сидит, думает об этом, вся жизнь перед ее глазами пронеслась. Да она вообще не подозревает Анжелу. Если обследование выявит, что птица ранена, у тебя будут еще большие неприятности. Но я не причинила ему вреда. Это дикая птица. В коробке они могут поранить сами себя. Если ты этого не понимаешь, то в этом парке тебе не место.
То есть я потеряю работу? Это наименьшая из твоих проблем. За пеликана? Ой, как возьмите эти еще ее. Что там, прям реально на площади какая-то австралийская, на кресте ее вот так, за пеликана ее, снимут с нее штаны и будут пороть ее. Я какие наибольшие проблемы могут быть из-за того, что ты принесла пеликана в коробке? Ну, Саш, ну это не столько обращение с животными, это реально статья. В коробке? Пеликана? Ну? Она не шла его с горлом вот так вот. Что пеликан себе там сделает? Вены себе вскроет? Что произойдет там в этой коробке? Что там непонятно? У пеликана заточка там? Он воткнется в этот, как он, своим носом в дырку. Ну, он будет вот так вот крыльями делать. Ну, так не делай, блин! Фига. Посмотрите на нее. Мелкая обманщица, воровка пеликанов. С ноги пропиши. Вот так вот. У нее такое счастливое лицо, посмотри на нее. Я все жду, когда Льюис ее просто с ноги припечатает к песку. Это будет справедливо. Да. Ты тоже серфер? Вода такая чистая. Я здесь не за этим. Лео послала тебя за мной, да? Она такая заботливая. А вы такие хорошие друзья. И так с вами повезло. Дайте мне мое полотенце, пожалуйста. Возьми, сучка, сама. О, дельфинчики. Блин, она угорает, она сидит ногами вниз к воде. Я никогда не устану угорать с этой темы. Господи, Клио. Просто человек кантоходец, суицидник одновременно. Кантоходец без каната. Что, как это вообще работает? Должен перед тобой извиниться. Что? Пеликан. Он был насильником и всех других пеликанов поперебил и искалечил. Это он. Его искала полиция. Ему вообще назначили электрический стул, поэтому... Поэтому спасибо, что нашла его. Ты теперь назначена капитаном. Ты герой, вот твой значок. Капитан пеликаний полиции. Он не приписан к нашему аквапарку. Ты принесла его нашим врачам, да? Да, так и есть. Что ж ты молчала? Я не дал тебе шанса. Мне очень жаль, Клио. Начальница сказала, что тебя надо наградить. Ну, я просто хотела помочь бедной птичке. Что ж, у тебя получилось. А как ее наградят? Орденом славы Сталина. Вот тебе мертвый пеликан, который не выжил. Можешь отнести его домой, мама приготовит. Вот твоя награда. И она в коробке тащит обратно дохлого пеликана. Анжела, представляем похитителя пеликанов. Ты? Ты его украл. Как они узнали? Но зачем? По пеликаньему говну. А он прибил его, а вот прям вот здесь вот прям был, вот тут вот прям. И Льюис такой, это самое дерьмо, в которое я сегодня вляпался, тебя так же несет. Признавайся, такой, да, да, я пыталась натянуть пеликана себе на голову. Очень странно, Анжела, я не спрашиваю у меня реально, зачем она это сделала. Больная девчонка. Да, хулиганка? Она да, хулиганка. А одну бы меня не отпустили, что мне оставалось? И ты украла пеликана? Где ты его взяла? В парке. Я приманила его рыбой. Только ради серфинга? Но мне хотелось. Ты всегда получаешь то, что хочешь. Как она донесла, отвечая на вопрос, как она донесла этого пеликана в квартиру, да. Точнее, в дом. В коробке. Точно? Точно. Он в своем уме. Клео, тебе разрешила? Нет. Так что... Ты решила отвлечь ее тем, чем она всегда занимается. Ссорами с ее сестрой Кими. Да, ты молодец. Ладно, но с чего ты взяла, что мы будем ссориться? Да вы себя видели со стороны. Единственное, в чем я сомневалась, так это убьете ли вы друг друга или нет. Все не так плохо. Мы же не враги друг другу. Правда? Правда? Алле? Нет.
нас есть трудности, но мы же все-таки сестры. Да, мы же сестры. Ладно, простите меня за все. Если бы я могла что-нибудь сделать для вас, я бы сделала. Свалить отсюда вообще-то, нахрен. Есть кое-что. Жаль только. Посуду мыть сейчас будет, а будет убирать и посуду мыть. После серфинга. Ничего, справишься. В вашей семье все любят животных? Не думал, что твоя сестра этим займется? Просто она очень хотела помочь. Она такой человек. Если она решила что-то сделать, то обязательно сделает. Как поживает пеликан? Ну как вы считаете, достойное наказание? Конечно. Или убирать вот эти вот куски мороженого. Какашки. Слушай, Ким, мне не стоило сразу же винить тебя во всем. Я бы тоже винила тебя. Но я была не права. Прости меня. Сейчас отец такой: нифига себе. Вот мой тампокс. Держи. Подумала, что тебе пора завести. Я все тоже такой хочу. Он очень крутой. Он кругленький, а там с крышечку открываешь, и там USB-флешка. И можно подключиться сразу к компуктеру и скинуть на 2 гигабайта музыки. Ой, если бы я был с сестрой Клио, Ким. Прости меня. Думаю, мы обе кое-что поняли. Да, двоюродные сестры точно хуже родных. Убьем ее. Где ты его купила? Какая разница? Нужно обменять его. Цвет не тот. Я выбрала синий. Цвет неба. Чем он тебе не нравится? Ничего. Кроме того, что это мой самый нелюбимый цвет из всех. Ты это знала? Откуда мне знать, какой твой самый нелюбимый цвет? Это показывает, насколько ты невнимательна ко мне. Как можно быть к тебе внимательной, если ты рот не затыкаешь? Ты подарила мне его, чтобы разозлить? Разозлить? Хочешь, я его верну и заберу деньги? Только посмей. Вот и посмею. Я, пожалуй, с мамой. Какая неблагодарность. Я передумал. Этот iPod идеально подходит, чтобы засунуть Ким в жопу. Он идеальной эргономики для этого. Я тебе этот iPod в жопу засунул. Слышите, профессионал, а? Это все корни духов предков. Неблагодарный Ким. Я так устала смотреть эту серию. Жесть. Просто, чтобы вы понимали, сейчас скажу, сколько время сейчас. Сейчас. Час ночи, блин. Час ночи. Мне еще домой идти. Я чокнусь, блин. Ютуб! Боги Ютуба! Симба! Блин, я не знаю. Ну просто. Просто. Не надо, блин. Все, вонять будет еще твоя слюна. Убери нахрен, все. Смотрим 20-ю серию, все. Убери, блин.